На планете голод. Люди концы с концами некоторые сводят. А ноге просто зазнался в край. Я бы направил его, знаете, трактористом, либо пусть идет на завод. С вами Жан Содарь. Здравствуйте. Появилась новость о том, что, так сказать, звезда Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения на канале Муз-ТВ. Мол, придет время, и вот тогда мы наградим лучше. До этого Нагиев уже вел церемонию в области популярной музыки, но сейчас он высмеял и артистов, и Муз-ТВ организаторов. Записал видеообращение и заявил: благодарен концерну Муз-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз нет. Но придет время, и мы наградим действительно лучших музыкантов. Пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках, сказал 55-летний актер. Но не понты ли это, да? То есть, видите, то есть человека действительно Россия раскрутила. То есть, работал бы он где-то там в пекарне, хлеб пек, да? Да и все, и знать бы его никто не знал. Он бы не был таким борзым, таким вот наглым, да? А теперь, то есть, когда он сделал имя, сделал лицо, он уже диктует правила. Вообще, Нагиев в политику не лезет, он вроде как прямо так не говорит, на какой стороне баррикад, но при этом он заявлял, что ему все это не нравится. Ходило много слухов о том, что он помогал и той стороне, и той, да, но потом это все опровергали. Но вопрос, что же за 200 миллионов, мол, переводил он, да, сказал, что такой суммы у меня нет, говорил Нагиев журналистам, отказавшись отвечать на острые темы. Тем не менее, однозначно, если бы он поддерживал Россию, если бы он считал, что вот те артисты, которые хочет наградить Муз-ТВ, они достойные, хорошие люди, я думаю, он бы провел премию. Но, как видите, он говорит, что придет время, и тогда мы наградим действительно лучшего. То есть такой подкол, что сейчас вот все те, кто остались, это, мол, шушера какая-то, да, и типа не надо вести, и не надо, собственно, быть на этой премии. Знаете, однозначно, я бы посадил его за трактор, я бы направил его на завод, либо хлеб печь, потому что человек реально зазвездился, обнаглел, вот, и теперь действительно диктует правила, то есть ему что-то не нравится, пусть едет куда, да, то есть пусть в Израиль едет или еще куда. А он, видите, знаете, делает, я так понимаю, некий протест. Но, с другой стороны, некоторые считают, что, может, просто Муз-ТВ уже как бы не в том рейтинге. Может быть, у них нет денег, чтобы оплатить, собственно, работу Нагиева. Но, опять-таки, а почему он не может, в конце концов, за бесплатно тогда провести, да? Что это так трудно сходить, попиариться, там, раскрутить себя? В любом случае, на мой взгляд, Нагиев зазнался. При этом, знаете, я очень любил этого актера. В частности, я смотрел фильм «Физрук» еще, наверное, когда школу оканчивал. Мне нравился этот актер. Были всякие пародии у него, да, там поступал в двух ролях, то есть переодевался и как бы сам с собой общался. Это называлось «Осторожно, модерн». Действительно, очень прикольные были такие штуки. И однозначно мне кажется, что тогда Нагиев был попроще. А теперь, видите, он уже вот диктует правила. Что думаете по этому поводу? Напишите комментарий. Конечно, подпишитесь на канал. Дальше будет, что вместе обсудить. Если в соцсетях, ссылки в описании под видео. С вами был Жан Содарь.